Всем привет! В нашем интернет-магазине Top Device появился новое устройство, вот такой вот динамик Harman Kardon. Мобильная колонка с подключением питания. По характеристикам она выдает 4 динамика по 15 ватт. Сейчас мы его откроем. Опа. Вот такая штука. Очень легкое подключение. Подключение происходит по Bluetooth. Видим Onyx Studio. Создаем пару. Подключено. В данном случае мы сейчас возьмем и подключим по Bluetooth iPod. И можем увеличивать громкость. Также мы можем переключать песни, выбирать другие прайс-листы. Также здесь клавиша включения и громкость плюс-минус. Увеличиваем, уменьшаем. Включение-отключение Bluetooth. Колонка выполнена с очень мощного пластика, все прорезиновано. Здесь мы видим два высокочастотных динамика, средние частоты динамик и вот такие вот сабвуфера. Данная акустика имеет внутри аккумулятор. Его достаточно для воспроизведения звука до 8 часов. Вы его можете брать в рюкзак, с собой, на природу. Вот. Очень стильно, кстати, дизайнеры здесь поработали, что это очень стильная штука. Вы поставите себе дома на пол или себе в офисе, и она очень будет классно смотреться и звучать.